Казалось бы, эпоха великих географических открытий позади, и на Земле не осталось белых пятен. Но это не так. На планете еще есть места, где никто или почти никто не бывал. Одно из них – Гренландия. Крупнейший остров планеты, на 80% покрыт ледником. Изучать его крайне затруднительно из-за холода, ветра и огромного количества снега, как и северные горы Колумбии. Кстати, беглых преступников здесь было в разы больше, чем ученых. В тропических лесах Амазонки, как считается, до сих пор есть неизученные племена, никогда не контактировавшие с цивилизацией. Их и рады бы изучить, но ученых останавливают местные обычаи. Здесь до сих пор процветает людоедство. Остров Тристан-да-Кунья отрезан от остального мира океаном. До ближайшего берега плыть больше 2000 километров. Остров не связан пассажирскими рейсами с материком. Сюда можно добраться лишь на рыболовецких судах. Но самое таинственное место планеты – это Марианская впадина. Даже на Луне было больше людей, чем здесь. Самая глубокая точка Марианской впадины – бездна Челленджера, глубина которой составляет 11 километров. Это место абсолютно не исследовано. И кто знает, какие морские чудовища здесь обитают.